Токаев заявил Путину, что в Казахстане продолжат борьбу с очагами террористических атак. Нур-Султан, Спутник. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, что очаги террористических атак на территории республики сохраняются и с ними продолжится решительная борьба, говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью, говорится в сообщении по итогам разговора. Отмечается также, что Токаев предложил в ближайшее время провести онлайн-саммит ОДКБ. Сроки встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.